Дорогие друзья, всем большой привет, это Хижина Музыканта, меня зовут Раиль. У нас сегодня в гостях гитарист-виртуоз Александр Кузьминых. Сейчас мы хотим продолжить серию обучающих видео для начинающих. Они очень просты и играются на одной струне. Если готовы, поехали. Smoke on the Water, Deep Purple. Ну, эту песню многие играют после кузнечика, потому что тоже довольно просто. 3-4. Можно сыграть аккордами данную вещь, но это уже не так просто. Аккорд ЕМ первый. Следующий аккорд G на барре на третьем ладу. Третий аккорд А на пятом ладу. И повторяем то же самое. Но тут чуть-чуть типа промахиваемся на шестой лад и возвращаемся на пятый лад. Типа проехал случайно. Вот, можно играть на барре, можно играть, конечно же, без барре, но это уже будет не так эффектно. То есть... Все-таки барре тоже здесь присутствует, потому что си бемоль, мажор, нужно сыграть перед тем, как взять А. Но есть хитрый способ сыграть это все без барре, взять квинт-аккорды, то есть оставить от каждого аккорда три верхние струны. Для более продвинутых, если вам надоест играть на одной струне. Кстати, небольшая ремарочка. Играйте все мелодии не одним пальцем, чтобы ваши пальцы и техника игры развивалась. В правой руке можем играть, допустим, первое время там одним пальцем, указательным, большим пальцем. Оно в идеале, когда пальцы чередуются. Чередуются. В басах играется на большим пальцем сыграть, то есть поставить пальцы на струны, а большим пальцем играть уже мелодию. Даже попроще в этом плане. Да. А здесь уже мы чередуем указательный и средний палец. В идеале, конечно. Жуки, батарейка. Аккорды АМ, G, F, E. Да? Мелодия называется «Калинка», русская народная. Сейчас продемонстрируем. Сейчас на экране вы видите табулатуру данной мелодии. Играется она на первой струне. И сейчас Саша медленно продемонстрирует данную мелодию. Вам нужно всего лишь повторить
за ним. То есть цифры обозначают лад на гитаре. Зажимаем. Какой лад? 12-й лад. 12-й лад сначала. И играем подряд все цифры на первой струне. Если у вас есть гитарист, который может сыграть аккорды, бой, то ему нужен аккорд Е, а затем аккорд АМ. Группа «Руки вверх», 18 мне уже. Сейчас Саша сыграет медленно, табы вы видите на экране, просто нужно повторять. По аккордам: аккорд С, аккорд Д и аккорд ЕМ. Аккорды F в оригинале, аккорд G и аккорд AM. Avicii, Wake Me Up. Кстати, клип просмотрело около 2 миллиарда человек. Поехали? 4. Еще я играю на опоре, то есть поэтому у меня звучит все довольно громко. Я дергаю струну, опираясь на вторую струну. Если вам видно, можно играть щипками, тирандой, да? Да. Если вы хотите реально качественно сыграть данную вещь прямо в темпе оригинальной песни, да, нужно играть, во-первых, разными пальцами, не прыгать одним пальцем, а сыграть именно так, как я показал. То есть сыграть первым пальцем, четвертым. Первым, да, в этот скачок. Потом перейти, перестроиться. Меняем позицию. 5-й лад играем указательным пальцем. 7-й лад. 2-м пальцем, средним. И 9-й лад мизинцем. Потому что вы не успеете сыграть в темпе, если будете одним пальцем скакать. В песне используется 4 аккорда. Играется бой в стиле кантри. Первый аккорд FMDS, второй аккорд D, третий аккорд A, затем бас аккорд и аккорд E. Двигаемся дальше. И снова мы пришли к творчеству Джона Уильямса. Сейчас разберем главную, самую главную тему из фильма «Гарри Поттер». Играем медленно. Если будете играть так, как я показал, тогда мелодия будет именно течь плавно. Да.
Если будете двумя пальцами прыгать, то мелодия будет обрываться, и это будет некрасиво, и никакого волшебства, соответственно, тоже не будет. Всего три аккорда, значит, первый аккорд у нас АМ, играется перебор с пятого баса. Пятая, третья, вторая, первая, вторая, третья. Затем играем четвертый бас. Повторяем. Затем у нас такой аккорд на первом ладу. Аккорд называется си бемоль мажор. Мы зажимаем на первом ладу барре. Пять струн, можно шесть, но мне удобнее зажимать пять. Чем меньше, тем лучше. Да. Пятый бас дергается, перебор тот же. Затем у нас идет АМ, Е и опять АМ. Причем мы играем здесь пятый бас, третью струну, первую и вторую вместе. Переходим на аккорд Е, шестая, третья, первая и вторая вместе. И аккорд АМ завершает. И что, друзья, сейчас будет ностальгия. Приготовьте полотенчики, будем плакать платочки, вместе. Да, да, платочки, полотенчики, ведра, тазики. Скутер, how much is the fish? Типа, fire! Итак, рассмотрим мелодию медленно. Подождали. Подождали. Дальше скачок. То есть играем второй, пятый лад, потом указательным седьмой лад. И девятый лад. Как видите, я тоже чередую пальцы в правой руке. Обязательно это выполняйте. Всего пять аккордов. Значит, первый аккорд FMDS, второй аккорд CMDS, третий аккорд D. И четвертый аккорд Е на седьмом ладу. И мы переходим потом в аккорд F. Мы играем это два раза. Затем у нас идет такой проигрыш аккорд А. Мы держим аккорд А. После этого мы играем то же самое, как в начале. FMDS, CMDS, D, E и FM. Сейчас мы в медленном темпе вам это покажем. Давай. Сейчас разберем одну из самых сложных на сегодняшний день в этом выпуске мелодий. Саш, Эквадор. Нормально, согласен. Да. Вообще классно, да? Реальненько. Вообще, классная музыка. Да. Ребята, ну что, готовы разучить? Достаем гитару, показываю табы. Здесь много скачков, поэтому используйте те пальцы, которые я покажу.
аккорды. Значит, первый аккорд у нас АМ. Далее идет С, Ж, АМ, ЕМ. АМ держится два раза. С, Ж, АМ, ЕМ. Причем удары G и ЕМ берут с ударом вверх. То есть бой у нас не прекращается. Просто мы, когда делаем удар вниз на аккорде С, хлопок, и вверх уже делаем на аккорде G. То есть... Все. Пираты Карибского моря. Итак, медленно показываю мелодию на первой струне. Здесь много скачков, поэтому готовьтесь. Нормально. Начал. Мы научим вас играть так, как сами не умеем. Да, да, кстати. С тысячной попытки можно научить обезьяну играть, а мы есть обезьяна. Нет, ребят, на самом деле медведи учат кататься на велосипеде в цирке. Как ты думаешь, за сколько? За две недели. Да? Да, конечно, да. Ну, а вы годами не можете научиться, вы что творите, ребят? Здесь интересная фишка, нужно сделать слайд с 12-го лада на нулевой. Посидеть сначала на нем, конечно же. И с 13-го лада на первый лад. А сейчас рассмотрим аккорды данной песни. Первый аккорд у нас АМ. Бой играется у нас бас. Схема боя такая. Бас. Вниз, вверх, вниз, вверх. Нужно отработать вот этот навык. Цыганский бой такой, да. Пока мы это играем, где-то ворует лошадь. Аккорд, значит, АМ, F, ЕМ, АМ. Мы все это повторяем. АМ, F, ЕМ, АМ, АМ, ДМ, опять ДМ, АМ, F, АМ. F, EM. Держим EM еще раз. D. И потом. Фишка из фламенко. Специально для вас. Аккорд E. И начинается пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Мелодия из фильма «Титаник». Как называется? My hearts will go on. Вы на экране видите табулатуры, напоминаю, это циферки, которые нужно зажимать на гитаре. То есть, допустим, цифра 5, значит, берем и на первой струне зажимаем 5-й лад. Каждая цифра обозначает номер лада. А уже ритмически вы можете прослушать, перемотав назад, и понять, как мы сыграли данную мелодию, и просто за нами повторить. Подруги, мамы, вы просто берете гитарку и
красивенько играете данную мелодию. Аккорды в песне «Титаник» такие же, как в песне «Happy Birthday to You». Аккорд А, аккорд Е, аккорд Д, аккорд Е. Друг ваш может сыграть аккорды, пока мы играем, или ты играешь мелодию. А теперь табулатура на экране, и медленно Саша проиграет всю мелодию. Джингл. Разучиваем новогоднюю песенку. Первая попытка всегда жесть. Подожди, я тут вообще не туда посмотрел. Другую мелодию. Я вообще имперский марш начал играть, блядь. Мне кажется, знаешь, это то же самое, что спутать бараньи яйца и северное сияние. Аккорд Е, второй аккорд А, снова Е, аккорд Б7 или H7. Играем кантрибой, как вы заметили, или блатной, то есть дергаем бас, хлопок, бас, вверх, хлопок. Дальше следующая мелодия. Джона Уильямса из сериала, хотел сказать, из фильма Star Wars. Имперский марш. Супер, что у нас по аккордам. У нас два аккорда. Берем первый аккорд соль диез минор, G решетка М, или ля бемоль минор по-другому. Второй аккорд Е, и снова этот же аккорд. Здесь можно ракешник устроить. Так, ребят, ну что, мы медленно, но верно переходим к самому сложному. На десерт мы оставили детскую песенку «Я на солнышке лежу» или песенка «Черепахи и львенка» из одноименного мультика. Круто сыграли, нормально. Че, медленно покажешь? Да, да. Аккорды песни С,
G, семерочка, да, G7. То есть вместо третьего лада берем первый, снова C, снова G, 7, еще раз C, G7, C, G7, аккорд M, меняем бас на F, можно не менять аккорд C, снова DM, G7, C, все. Есть такая хорошая иллюстрация, когда попросили одного гитариста сыграть «Полет шмеля» одним пальцем. Он сказал, типа, я могу сыграть одним пальцем. 3, 4. Такой вот помет шмеля. Чтобы все это сыграть, надо несколько пальцев. Поэтому стоит играть несколькими пальцами. И вообще вы же не заходите. Вы же не ходите, он хотел сказать, на одной ноге. Не прыгайте, вы же на двух ногах ходите. Соответственно, вот мы играем вот этими двумя пальцами. Когда вы будете ставить лайк в конце, помните, что вот этим пальцем, которым вы ставите лайк, вы играете Deep Purple. Да, соответственно, развивайте все пальцы, чтобы девчонки были без ума от ваших пальчиков. И, соответственно, не играйте таким вот образом, хоть вам и лень. Просто возьмите, если поставите пальцы заранее, то вообще не надо ничего делать. Друзья, если вы хотите соблазнить девушку, то нужно будет играть так. Раиль, играй те же аккорды, я просто покажу, как надо будет играть. Давай. То есть это для фишка. Это фишка для пикаперов, для соблазнителей, для похитителей женских сердец. Да, кому нет 18, сейчас выключаем. Да, да. И... Вот так сыграете все ваши... Нет, она мне сразу скажет, не дам... Нет, не дам, не дам, да, да, да. Шанс поиграть с красоткой в шахматы ночью окажется в два раза выше. Главное, не убейте никого, когда будете закидывать гитару впервые. Дома, маму там. Да, ребят, и не наломайте дров, пожалуйста, в прямом и переносном смысле этого слова. Всем добра, всем успехов. Пока-пока.